Мы познакомились со структурой отделения, были на совместном обходе с Гайной Сергеевной, посмотрели очень интересных пациентов. В обходе в отделении было очень интересно участвовать, потому что реальные пациенты, очень, как правило, длительная судьба у каждого пациента, прослеживается все предыдущие линии терапии, эффекты от этих линий терапии. Это было очень познавательно и интересно. Я представила свой клинический случай по лечению множественной миеломы. Случай я очень люблю представлять, потому что я вижу свои ошибки, я думаю о том, как бы я поступила уже по истечению какого-то времени. Послушала комментарии к лечению моего пациента. Ну, и мне было очень полезно, потому что я услышала альтернативное мнение, что нам делать дальше. Отметила дружелюбное отношение коллектива отделения. Общение и взаимодействие – это очень важная составляющая. С удовольствием приехала второй раз. Особенно мне понравилось то, что здесь удивительная атмосфера, отношение к врачам, к своим же коллегам, отношение внутри коллектива особенно. Это сразу чувствуется, принимают с большим удовольствием и делятся с радостью своими успехами и также неудачами. Немножко другая программа. У меня были вопросы, которые были разрешены на этом курсе. Спасибо большое всем докторам за теплый прием.